Я хотел бы вам прочесть замечательного поэта Константина Фролова Крымского. Она сегодня очень актуально звучит. «Не будите русского медведя. Милые заморские соседи, сыты, вальяжные, как боги, не будите русского медведя. Пусть он мирно спит в своей берлоге. Вы уже не раз его пинали, унижали, посыпали пылью, на березе русской распинали, жгли огнем и в омуте топили. И когда уверенность в победе доводила вас до сладкой дрожи, рык утробный русского медведя раздавался вдруг у вас в прихожей. Что ж вам, братцы, дома не сидится? Так и тянет, прилетев на запах, щедрую российскую землицу взять и отобрать у косолапых. Сколько лет мы слишком лукавые, ваши переполнены газеты, мол, какое мы имеем право на 1/6 часть планеты? Мы сюда пришли по Божьей воле, честь свою ничем не замарали, и не вам судить о нашей доле. Мы свое богатство не украли. Наши нерушимые основы – паруса, полозья и подковы, Беринги, Хабаровы, Дежневы, Ермаки, Поярковы, Зайковы. Дамы, господа, сеньоры, леди, за черту ступая ненароком, не дразните русского медведя. Ваше баловство вам выйдет боком. Ваша кредо – разделяй, властвуй. Ваша правда – это правда силы. Вы привыкли восседать над паствой, неугодных одарив могилой. А вот русский в каждом видит брата. Не приемля скаридность и лживость. Для него все важнее правда и всего дороже справедливость. А потому со дна любого пекла, где никто другой не сможет выжить, русский вдруг поднимется из пепла, из трясины и дорожной жижи, выветрит угар кровавой битвы, в чистом роднике омоет очи, пред иконой прочтет молитвы и придет к вам в дом однажды ночью. И пока вы свет не погасили, спросит он былое, подытожив: ты зачем пришел ко мне в Россию? Или я тебе чего-то должен? Вы поймете, что пришла расплата, но платить, как оказалось, нечем. Русский бы простил, наверное, брата, только ж вы не брат ему, а нечисть. И душонку, сжавшуюся в плоти, теребя ее под хмурым взглядом гостя, вы тысячекратно проклянете глупые идеи Дранкнах Остен, жаждущий новых территорий для бейсбола, регби или гольфа. Почитайте парочку историй про Наполеона и Адольфа. Поумерьте пыл парадной меди. Отвечать за глупости придется. Не будите русского медведя. Может быть, тогда и обойдется. Это тебе урок на будущее, Ваня. Учи иностранные языки.